Здравствуйте, заходите в нашу комнату, квартиру. Здесь живут мои напарники и я, команда по фехтованию на шпагах. У нас здесь 4 человека. Большая, очень просторная квартира с 3 спальнями. Здесь у нас гостиная, здесь мы собираемся с друзьями, встречаем напарников, обсуждаем там, тренировочные моменты все. Здесь также вот очень классный вид с нашего 17 этажа, тоже очень красиво. У нас здесь 3 спальни, 3 ванные, то есть всем очень комфортно. Такие просторные комнаты, спальня, все условия, у всех есть свои тумбочки, кондиционирование, все. Там у нас на балконе есть еще стиральная машина в каждой квартире с сушилками. Всегда можно постираться, посушить здесь. В столовая здесь очень тоже большая, классная столовая. Выбор еды огроменный. Работает почти круглосуточно, 20 часов в сутки. Я, например, не кушаю мясо, курицу, ем только рыбу, морепродукты. Для меня здесь вообще просто шикарно. Все виды рыбы, там креветки. Я очень сильно всегда переживаю, что будет сложно с питанием. Но здесь удовлетворены все потребности всех спортсменов, и вегетарианцев, и тех, кто любит там халяль, кухню. То есть для всех все есть. Для меня 4-я Азиада уже. Эта деревня, я, по моему мнению, самая большая, самая такая достаточно комфортная для спортсменов, для всех сотрудников, всех, кто здесь есть. И также столовая, я считаю, что здесь была одна из самых лучших за все Азиады, на которых я был.